Пишу. Если ты что-то хочешь, сам попробуй. Оттуда я ничего не пригодил. Рубка реберной части свиной туши. Не проваливайся. Как палачи раньше делали. Дошел. Не дошел. Дошел. Не дошел. Никит, дай я тебе на твое что-то. Взял? Накладывался мисс, я сложил. Сейчас пробовал. Пусть видео уйдет. Нет, я Никитос накатывался. Вот этим. Мы тогда отойдем со стороны, куда он летит. Позвольте. Просто не возникает. А, нет, разрубил ноги до конца. Вот она болтается. Ну это, конечно, это монструозный нож. Вот, да. Казалось бы, он рубил на ребро. Аккуратно порезал. Вот зачем? По слабой стороны, конечно, что можно сказать. Еще будете? Да, можно попробовать. Ну, давайте, тогда добивайте в сторону. Ты Кондрат сам? Сейчас, еще. Ну, вообще сам. Самый большой. Ну, может, там, не трогай. Слушай, да. Меч Кондрат. Ну, тогда же это. Сразу перезванивались. Хорошо, слушай, да, тоже сейчас будет. После того, как желание. Ну добрался все равно. Какой жир мощный, смотри. Ну хорошо, смотри, Дима. Посмотри. Глубина по прохождению вот такая, а ребер не видно. Ну, я бельдюк практически на 3/4 туда засунул. Ты не увидел ребра еще? Да! Ребра есть там? Они там есть, но они вот. Знаешь, как они идут? Ребра идут вот так. То есть они вот здесь большой склад в бок. Я бы не сказала, да, что надо... здесь много жира, здесь много мяса. Да, ты хорошо. Ты приготовился? Я тоже. Вот наискосок, да. Не, да офигеть, как глубоко. Что-то пробил. А этот хрящик, это хребет, часть хребта. Видишь, ты уже разрубал его вверху. Ну, по крайней мере, брюшу надо хребта вскрыть. Да, без проблем. Ну, такой дурачок. А что ты не рубанешь? Давай. Сейчас пробую. Давай, снимай. Давай, ты вот так, дерево.